О новостях спорта Берик Апаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Главные спортивные команды города вышли на улицу с лопатами. Сменив спортивный инвентарь на орудия труда, хоккеисты, футболисты, волейболисты и игроки мини-футбольного клуба занялись озеленением территории Караганды-арены и теннисного центра. Вокруг спортобъектов в минувшие выходные появились несколько десятков маленьких елок. Эту замечательную традицию начал наш именитый боксер Серик Сапиев, а теперь она стала ежегодной. Сегодня открыта такая декада посадки деревьев, Аким области открыл ее и как бы дал направление. И клубы, что интересно, что клубы сами проявили инициативу посадить деревья. Можно, говорит, выбрать самые красивые. И вот на сегодня это и футбольный клуб «Шахтер», это хоккейный клуб «Сары-Арка», это мини-футбольный клуб «Тулпар», волейбольный клуб «Караганда». Вот сегодня 40 деревьев посадили эти клубы. И пушистые, и красивые. То есть облагородили наши красивые спортивные объекты. Я думаю, это замечательно. Эта традиция весь апрель будет продолжаться. Я думаю, город Караганда станет самым зеленым городом страны.